Не, ну что, стартуй ты, потому что я и так стартовал до этого сколько раз. А что, ты сказал стартуем, и я должен стартовать? А чё? Ну, раз стартуем, значит стартуем. Всем привет, дорогие друзья. Ну что, наши покатушки с Владом продолжаются. На этот раз мы решили взять, ну, можно сказать, по совету в одного из людей в комментариях. Скриншот я, наверное, все-таки поставлю его, да, чтобы как-то более-менее было понятно, что это за человек. Ты, кстати, поздоровайся, ты чё молчишь-то? Так ты ж не сказал, ты ж мне слова не дал. Да, всем здорово, всем шалом. Я сижу, разговариваю, мне ты чё? В общем, да, комментарий был такого типа, что типа прокатитесь на фурах. Ну, нашли такую более-менее легкую карту, опять же, карта приватная, если я не ошибаюсь. Да, предоставил нам ее Артём Телос. Да, так что спасибо. Ссылочку оставим в описании. По-моему, та же самая группа остается, да? Да, и засада от него была, и вот эта карта тоже от него. Да, в общем, повезем сегодня мы, ну, так скажем, пиломатериалы, карта Ивановская. Думаю, ее даже можно показать. Карта небольшая, в принципе, очень легкая. Никаких здесь супер экстремальных условий нет. Прокатимся спокойно на Скании полноприводной и на Мерседеске 1632, по-моему, он называется, если я не ошибаюсь. Да, все верно. Так, ну что, давай, по традиции, вперед выезжай. Поехали! Я уже потяну за тобой. Не стали мы брать никакие КАМАЗы. Это уже настолько баян-бабаян, что КАМАЗы, что Уралы, что КРАЗы. Конечно, да, они бы здесь смотрелись к месту, но мы-то любители хардкора, иначе мы будем ездить на европейских тягачах. Это просто тема уже заезженная, как бы. Да, что, любой может взять карту, там даже не приватную, неважно, взять КАМАЗ, взять бревна и поехать. А вот на евротраках это гораздо веселее и смотрится, и само по себе путешествие будет веселое. Ну, конечно, как вы любите, и как мы любим, да, тоже. Да, у меня уже пошла жара. Я для полного веселья сейчас еще и диф, и полный привод выключу. Ну, то что-то как-то вообще скучно, она везде проезжает. Блин, у тебя кабина, конечно, плавает, я тебе говорю. Ну, как на Магнуме, как будто она, ну, я говорю, на подушках. Так, ну все, я начинаю закапываться. Ладно, включаем полный привод. И он не едет, но вот с дифом только да. Вот смотри, на таких же сканиях не должно быть полного привода, по идее, она же магистральная. Ну это модификация, да, но есть и модификации, так сказать, для сурового бездорожья. Надо было Volvo FMX найти, по-моему, она должна была быть где-то в воркшопе. Есть, кстати, да, там красная такая, она еще хрен знает для каких версий была. Ну, я, кстати, не помню, я даже на ней не играл ни разу, ну, именно на новой версии. Твою ж мать, об камень херакнулся, уже все, уже двигатель заглох. Но благо я ремонта до хера взял, так что все. Ты где там уже успел влететь-то? Да я на заправке, чисто с заправки выезжал, хлоп, камень словил, уже 200 урона. Нормально. Ну, я вроде еду, я вырубил все помощники, но сейчас в этих лужах я буду огребать, мне кажется. Или ну, на разгоне. Посмотрим. Я, если что, далеко отъезжать не буду. Так, а вот тут лучше включить, потому как на том берегу я точно не выйду, это я уже знаю. Так, ну-ка я понаблюдаю за этим. Блин, ну тебя Скания как будто хавать просит, я тебе говорю. Ты бы её видел, она вся в грязище. Ну да, ее бы 6х4, чуть-чуть повыше, юбочки снять, бампера подрезать. Крылья задние, вот эти крышечки снять, и будет топчик. Как у Гобы, знаешь, короче. Так это, по-моему, оттуда и взята идея полноприводной Скани. У него же там есть это. Может. Я помню, видел у него там на здоровых колесах такие Скани. Это еще на хрен знает каких версиях Евротрака, там где-то 1.5 еще какие-то. Там над машинами извращение идет вообще конкретное. Там, я помню, там такая жесть была. Ну для таких карт, конечно, тогда КАМАЗов таких не было, КРАЗов, так что. А на чем-то же ездить-то надо было. Так, ну что, я попробую проехать без дифов лужу эту. Без полного привода. Ну давай. Нет, садится, зараза. Че, все, да? Да, не может она протянуть тут. Так, я пока маршрут гляну. Блин, можно было. А, здесь же не так все просто, кстати. Тут нам автор немножко. Нас автор немножко заставил по лабиринтам кататься. Казалось бы, пилорама тут уже рядом, а через, чтобы до нее добраться, надо реку пересечь и крюки делать.
блин, что-то не могу выехать, прикинь, засел и все, и как будто что-то ей мешает. Ну, понятно, что ей мешает. Низкий дорожный просвет и плюс еще тяжелый груз. Она же по-любому еще садится, наверное. Закапывается, да? На жопу сидит у нее, ну. Так. Попробуем? Давай попробуем. Я говорю, там чуть-чуть надо поддернуть, чтобы колеса на бревна вышли, и все, и она поедет уже. Ну что, есть? Контакт пошел, но не расцепляйся пока, тяни. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тихо-тихо-тихо! Мост напополам, как будто сейчас. Расцепляй, я назад буду сдавать. Ты как проехал, посередине ровно? Ну, типа того. Или с краю, может. Ну, скорее, что с краю. Блин, мне кажется, ты в мосту там застрял. Блин, ты бы видел сейчас. Ты просто мост хаваешь. Все, у меня мост сломан полностью. Я не знаю теперь, как здесь проезжать. Стоп, подожди. То есть... У меня полностью мост развален посередине. Попробуй как-нибудь с краю. Да как? Он сложился буковкой В. Не, вот я ж тоже так подумал, когда ты на нем был. Ну все, вот он у меня так и остался сломанный. Тут нигде объехать нельзя, или только так? Блин, хрен его, я здесь по карте ничего не вижу больше. Хотя нет, здесь... А не, это просто мутная вода. Ну фиг его, здесь что-то слабо видно на самом деле. Уже карта еще не вся открыта, может быть где-то и есть. Ну я теперь назад не могу ехать, вот что самое прикольное. Куда ты? В лес. Мне бы вытолкать его обратно. Слышь, а ты попробуй, я тебе говорю, с краю как-нибудь двину. Ну если бы она еще выехала сейчас отсюда, она сидит здесь. Я что, просто так стою, что ли? Подъезжай как-нибудь в какую-нибудь сторону, будем тащить. Я в том, что если ты... А, ты хочешь вообще по хардкору, что ли, пойти? Да, там он заездик есть небольшой. Блин, ну, этот березу влупился, зараза. Я не знаю, имеет ли смысл сейчас на этот мост заезжать? Ну, я думаю, что нет, потому что я потом с него еще не выйду и будет... И закончится на этом наша серия. Кстати, у меня на канале уже 20-я серия внедорожных приключений. Юбилей, можно сказать. 17-е, по-моему. Ладно, что-то я рискну. Разброс какой-то у нас по сериям вообще конкретный. Ну, я могу объяснить это тем, что ты что-то выкладывал, я что-то не выкладывал, и наоборот. О, все, по-моему, окончательно трэш жопа. Но тут какая-то дорога вот идет, я не знаю, болотистая, заболоченная. Ты, в принципе, если... Ты же можешь груз, ой, трейлер отцепить? Так, сейчас тут же парковочные опоры должны быть, сейчас. Выйдем дальше туда, и он как бы направо такой поворот будет, и здесь такая топь будет, и если что, задом заедешь просто, и меня да, потянешь. Да, я выкупил, про что ты говоришь, там на самом деле такая, ну, как перекоп. Сейчас, сделаем. Я постараюсь подтянуться как-нибудь сейчас. Так, здесь я, конечно, не заеду. Не, все, я, по-моему, сел окончательно сюда. Так, тут сейчас придется задки ехать. Ух, а тут дорога, я тебе скажу, такая, блин, коварная. О, все. Я по фару сел. Просто по фару машина ушла. Мне аж интересно стало. Правая дверь откроется, и, наверное, все. И, короче, блин. Прямиком к Посейдону, я понял. Тут топь такая конкретная, но я боюсь, что у нас не получится вытянуть, потому что тут еще дерево такое. Да уж, жестко, жестко. Так, ну-ка пробуем. Ну давай. Не, мне кажется, что мощности тупо не хватит. Продвижение есть, в принципе. По миллиметру в час. Рулем влево-вправо
дергаю его. А что у нас там по поддержке из транспорта есть? Трактор только без гусеницы, все. И Нива. Так, ну-ка давай-ка я сам попробую сейчас себя выдернуть. Тут же есть деревцо, вон то, допустим. Так, ну что мне тогда на базу возвращаться за грузом? Да я не знаю. Я походу... Хотя... Все, а, походу. Слышишь, я думал, если бы я, наверное, с грузом сюда заехал, именно с телегой, я бы, может, тебя вытащил бы даже. Но я сюда вряд ли с ним заеду, просто чисто физически. Так, сейчас мы ее немного раскачаем, я кое-что придумал. У меня сейчас трейлер, короче, цепляет за дерево. Я из ямы, в принципе, выехал. У меня сейчас трейлер цепляет за дерево. Мне надо просто трейлер потянуть немножечко как бы влево. И я вылезу сам отсюда. Так, вот чудо-лебедка, ну, что вообще... вытворяет. Ну, посмотришь потом у меня, как я это сделал. Ну, короче, мануал от Лёхи, как выезжать на магистральном тягаче из полного дерьма. Так, точно. Так, здесь все отлично. И чтобы не садиться, я сейчас сразу тупо на лебедочку. Нет, наверное, не этот край, лучше, наверное, вот этот, чтобы наискось не тянуло. Так, ну, поехали. Уже подъеду. Смотреть на экшен. Блин, там то ли дерево какое-то в трейлер залезло, то ли чё. Ух ты! Хера я припарковался. Так, ну-ка, сейчас мы тогда еще раз его подтянем. Я просто взбздю, что оно перевернется. А оно сейчас перевернется. Так, это мы тогда расцепим. Так, маршрут, что ли, проложить? Прошу прощения, друзья. Че, захрипел? Да, блин, не базарил просто. И захрипел. Так, проложить надо. Да что ж ты будешь делать, а? Да, но я сел, вот, конечно, тут вообще как положено. Так. Ага, может сюда его растянуть. Блин, что-то камера эта дебильная не позволяет мне на тебя смотреть. Так, дальше мы это все расцепляем. Цепляем за это. Блин, там что беда, там просто елка мелкая, она в трейлер залезла, понимаешь? Я не могу из-за этого двигаться вперед. Ну она за коллизии цепляется, я понял. Да. Надо было что-нибудь колесное нам брать помощнее, чтобы вот на такие случаи как раз. Так, может попробовать опоры. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это опасно. Я вижу, ты там, блин, ломаешься уже. Да, мне бы вот кто так потянул ее по-хорошему сюда. Ну, блин, самое мощное, что у нас есть, это Мерседес. Не, в принципе, я вот думаю, вот с телегой-то я, можно попытаться туда заехать. Просто мне кажется, что усилие будет больше, если я за телегой тебя подцеплю и начну тянуть. То сейчас можно попробовать мне груз довести с пустой телегой, тебя попробовать потянуть. Ну попробуй, не знаю, я тут подрачусь немножко, может что-нибудь выйдет. Да, как ты говорил, грибом сделаюсь. Так. Что-то у нас, кстати, я заметил, грузоперевозки вечно на ночь выпадают. Потому что ночь такая у нас. Трудовая. Да-да.
Блин, сейчас бы мне тут еще не встрять. Я вроде чуть дальше продвинулся. Сейчас я попробую еще жопу у нее растянуть. Это можно, знаешь, чисто вырезать все. Да зачем? Ух ты, ёпта, ёпта! Ху. Что-то мосты так опасно, блин, тут складываются. По-моему, их автор меньше даже сделал, чем на дефолтных картах. Да я тебе говорю, у меня он просто перед кабиной это развалился, я просто упал посередине туда в него. Как я еще назад выехал, я не знаю. Ну да, вот видишь. Блин, надо просто его сзади реально подпихнуть, и я выйду даже сам. Как-нибудь вот я не знаю. Это елка сраная, я в нее попал и не могу из-за этого выехать. Так, ну сейчас будем пробовать, в принципе. Сейчас. Блин, я вообще не вижу, что сзади происходит, что там с телегой вообще творится. Ну и пофиг, пляшем, все. Выехал. Выехал я отсюда. Блин, ну как елка светится у меня этот Мерседес. Че-то давай. Блин, че сбоку лебедки нету? Да, как на кразе, да. На кразе вообще, по-моему, даже сзади есть. Тебе бы сейчас, по идее, так подъехать как-нибудь вот тем же путем, которым я спускался. Только как бы получается, чтобы ты был справа от меня, чтобы ты меня туда просто потянул в сторону трейлера аккуратненько. Потому что, ну, силы лебедки не хватает. Она вроде что-то пытается, но она на переворот идет, а там надо как бы потянуть ее, тогда будет все окей у нас. Так, куда мне тебя толкать, с какой стороны? Попробуй меня просто в трейлер в колеса шарахнуть, может что получится. Так, в трейлер в колеса, справа, ну, слева. Ну вот как сейчас ты едешь, так и пихай меня. А, хорошо, сейчас пробуем, сейчас. Тут еще мне в этих трех соснах главное не... Опа! Пу! Нет, ты что-то не туда, в колеса бей. Ща, да просто оно еще как будто скользит, мне кажется. Mm-hmm. Эй, аккуратно. Тихо, вот я же думаю, что я сейчас что-то не то сделал. Так, теперь объезжай с той стороны. Если там места где-то хватит. Да есть тут место, в принципе. Главное, опять же, среди трех сосен этих. Вернее, берез. Сейчас не запутаться. Опа. Да твою ж дивизию. Ну, ладно, здесь ремонт есть. Сейчас я починюсь немного. Тебя заодно тоже починю. Так, я тут кое-что придумал. Да ты уже чего тут только не придумал, пока я стоял здесь. Ну-ка. Подожди, пока так. Ничего пока не делай. Подожди, а, ну подожди. Хорошо, давай. Опа, я дотянулся до дальнего дерева. Ну что, сейчас пойдет движение, сопротивление? Яха-муха. Не знаю. Она в этот уперлась, зараза. Так, погодь, у меня же эти еще выпущенные. Отлично, сейчас попробуем. Кстати, пока ты тут стоял, там уже мост выровнялся. Ну это у тебя он, может, выровнялся. У меня он как был дырявый, так посередине так и остался. Там буковкой В, да? Так, ну что, есть на жопе шерсть? Мне кажется, тебе нужна боковая поддержка. Не знаю, я там что-то куда-то это самое. Ты вообще видишь, что у тебя сзади происходит? Да я вижу, там наклон такой жесткий. Так, стоять, пока пошел зацеп, надо здесь остановиться. Это убираем. Ручничок снимаем. Так, сама не едет, значит, на лебедке мы сейчас отсюда будем тянуться. Да, конечно, тут три года ты будешь так ехать. Так, трейлер мой стоит, все нормально, все в порядке. Да, сейчас, по идее, вот спереди бы меня кто потянуло, было бы вообще нормально. Так, ну сейчас наперед я попробую переехать. Интересно, здесь мне никак не получится это сделать.
Ну что-то я вообще встал, не знаю, она даже на лебедке не тянет. А, ну тут дерево, все понятно. Значит, надо мне сейчас опять в другую сторону машину потянуть, где-то примерно вот сюда. Таким прозрачный образом. Бак, прозрачный бак. Во, сейчас я попробую, я видишь, уже спереди. Так, блин, вот эти вот повреждения меня немного раздражают, потому что у меня уже ремонт заканчивается. Так. Видишь, насколько продвинулись. Здесь она просто уже села конкретно, поэтому она тут не может ехать. Так я здесь выйду. Если бы ровно посередине была что-нибудь, что-то типа какого-то, не знаю, бревна лежащего или что-то в этом роде, я бы потянулся за бревно, я бы выехал совершенно спокойно. А так видишь, тут радиус лебедки, он маленький, и вот до того дерева, перед которой перед тобой, оно не достает. Давай попробуем. Так, ну что, есть? Давай, поехали. О, движуха пошла. Тянешь или тянешь? Ну как, в смысле, ходом или тянешь лебедкой? Да, пытаюсь ехать, F не нажимаю, кстати. Ну вот я через F сейчас подтягиваюсь к тебе. Ну вот и я сейчас тоже нажал как раз. О. Что, есть движуха? Да, давай сейчас, пока она не села, расцепляемся, дальше отъезжай. Чтобы на длинном трассу было, на коротком она нихера не тянет. Так, слышишь, так, ты ж сервак, да, у нас? Угу. Я сейчас это, попробую сейчас свернуть игру быстро, а то я не могу понять, что с бандика, у меня тут запись, блин, что-то я смотрю, остановилась, блин. Сейчас я проверю, что за фигня, сейчас быренько. Так, раз, раз, что-то я не допру юмора. Ага, все, теперь я допер юмор. Все, сейчас, блин, сделаем, сейчас чувствую, мне заново придется перезаписывать. Ну ладно, в принципе, неважно. Так, блин, не то нажал. Уже до тебя добрался через лебедку. Ух, нифига себе, вот это, конечно, продвижение. Так, сейчас выход из программы. Я везде проеду, где мне надо. Это будет долго и больно, но зато это интересно, это контент. Если не перевернешься, сделаем поправочку небольшую. Да тут переворачиваться-то уже негде, все. Тянись, дотянись спокойненько, цепляйся лебедкой, подтягивайся. Сама это нет смысла, она просто будет шлифовать. А что ты вылетел у меня куда-то? Да это потому что я игру долго свернутой держал, блин, я же говорю, у меня с бандикамом чуть-чуть проблемка вышла небольшая такая. Совсем небольшая, какого хера шифт-таб не работает, я понять не могу. Сейчас, блин, быренько все сделаем. Сейчас, так, где оно есть-то, ёперный твою ж моё же, а? Ну ты зайдешь, короче, да, еще? Ну, конечно, сейчас шифт-таб, вернее, это, присоединиться к игре и все. Ок, так, я тогда пока буду пытаться. Если ты без моей помощи там уже едешь, то я думаю, нормально все. Деревья, блин, я ни хрена не вижу, куда мне просто ехать. Мне надо и смотреть, и тянуть, и рулить. Какого... Блин, что за дичь? У меня теперь... Ага, бандикам еще какого-то хрена вырубился, хотя я его не вырубал. Ай да, уж, блин, сегодня что-то жаркая серия. Что-то Таби не прет вообще, да? Да такое... Так, где тут присоединиться? Да, тут твоя, конечно, помощь бы сейчас не помешала. Да сейчас сделаем. Я еще, наверное, по пути на загрузку сгоняю. Кстати, раз уж я на гараже, то сейчас продемонстрирую, какие у нас тут гусеницы офигевшие есть или нет. Или это наглядный пример того, что будет, если не поставить Spin Tires Plus. То есть у нас гусеницы просто как шоколад, они ломаются. Вот, сейчас так вот будут падать, так красиво, так раз, два, три, четыре. Ну, нормально, все хорошо. Так, сейчас берем наш Мерседес, сейчас его опять оборудовать, все ставить, так, звук нормально. Так, блин, может маником было бы здорово тебя там подергать. Да, было бы интересно очень. Ну, я поставлю, у меня место есть.
Так, маркеры ставим, сцепу ставим. Блин, у меня уже от количества аддонов аж FPS просел. Так. Твою ж моё ж, блин. Фух, нормально. Я всем докажу, что на такой скане можно проехать. Да, пусть через это будет... боль, через все, да? Да, пусть это будет больно, но эта машина, она выйдет. Вот-вот уже минутки через 2-3, я думаю, она выползет отсюда. Но это не точно. Это легко, я уже практически на выезде стою. О, кстати, уже 6 утра. Ну, почти 7. Так, сюда. Я просто, знаешь... Тяну то влево его, то вправо, то влево, то вправо лебедкой. Он потихоньку так ползет. Не, ну чё, в принципе, ну, раскачку. Нет, все, я походу сажусь, но непонятно почему. Вот что самое интересное. То есть я как бы, знаешь, я еду, но я почему-то сажусь. Ну, в принципе, это спин тайрс. Едешь, садишься, садишься, едешь. Романтика. Не понимаю почему, потому что вроде бы мне ничего вообще не мешает. Ух ты, ух ты! Я только сейчас заметил, как тут мост плавает. Охренеть просто. Так, я выровнялся прямо, но тебе остается просто только сюда подъехать и грамотно меня отсюда вытащить. Здесь, видимо, болотина какая-то, и тяжело ему отсюда выезжать. Так, я же тут, в принципе, в непосредственной... Я тут недалеко от тебя, да, в принципе. Блин, вот чё лебёдка такая срань короткая? Вот мне реально там 2 метра не хватает до дерева прямо по курсу. Я бы за него зацепился и выехал бы вообще спокойно. И модифицировать ее, конечно же, нельзя. Да... Хотя в Спинтайрс плюсе, по-моему, там с лебедкой тоже какие-то читерства, по-моему, есть. Так, ну ладно, я не буду на пилораму ехать, я поспешу сразу к тебе. Давай, я тут так сзади, в принципе, смотрю, по трейлеру я нигде ничего не цепляю, то есть нормально. Просто, чтобы болотина и с трейлером тяжеловато ехать здесь. И надо, чтобы тянуло меня что-то. Потому что влево-вправо она копает и падает просто вниз, понимаешь? У меня уже по фарам машина утонула. То есть, короче, как в начале было, я понял. Да, она просто по фары села и все, и сидит, и никуда не двигается. А так я, лебедочка, сейчас к тебе аккуратненько просто буду подтягиваться, и нормально она вылезет отсюда спокойно. А так бы что, у нас серия скучная получилась. Ну что, довезли бревно, окей, ну и ладно, и пока-пока. А тут вот целое руководство к тому, как сломать мост и ночью через лес выехать через болото, блядь, какое-то долбанное. Да-да-да, это, конечно, это по-нашему. Так, где у меня там колеса, как стоят, прямо, не прямо, хрен его знает, тут вроде прямо. Так, ты за телегу как-то подцепишься? Так, ну сейчас, я не знаю, попробуем. Да, вот за вот этот бортик я к тебе подтянусь, но тебе лучше проехать чуть-чуть вперед. Так, да. Давай, начинай подтягивать. Оп, блин, я уперся, подожди, я в елку уперся. У тебя трейлер начинает просто переворачиваться тогда от меня. Ух ты! Видишь, что происходит? Отцепи его, это бесполезно, надо просто трейлером, ой, грузовиком. Я понял, то есть... У нас так ничего не получится с тобой. Короче, телега тут легкая слишком, я понял. Так, сейчас тогда будем. Так. Приехали, значит, функции. А, блин, тут же еще у меня маник. Ёперный твое ж моё ж. Так, сейчас тогда цепляем. Да ехарный бабай. Так, и к тебе приезжаем. Ну, такое чувство, что у меня сейчас скоро утки здесь начнут гнездиться в машине. Не, ну такой кадр, конечно, можно эпичный сделать. Просто Скания сидит такая в болоте. Ну чё, на анонс там у себя в паблике сделаешь. Да, нормально будет. Блин, я тут телегу так удачно поставил, что мне теперь ее объезжать надо, блин, чуть ли не по воде. Но тем не менее, я набуксовал уже 2,5 метра, 2,5 тысячи метров, ну 2,5 километра набуксовал уже на машине.
А оно типа чё, даже если вот буксуешь, считает, я что-то не замечал ну, такого. колеса-то крутятся, как оно. Я такой фигни не замечал на самом деле, хотя уже играю в Spin Tires хрен с как... пойми с каких, блин, времен и хрен пойми сколько. Да, надо было К700 и ставить, вообще проблем бы не было никаких. Или вот тут газон на больших колесах. Харп, по-моему, он называется. Чё-то видишь, грузовиком тяну, чё-то не меняется. Да вот, сейчас мы в раскатечку и... Что-то он у тебя там, как это, как лоурайдер какой-то. И вижу, что опять он у тебя кушать просит, блин. Вообще, зараза, ты посмотри на него, а, ни в какую. На а за каком? Дерево что, не цепляется за вот это вот, которое цепляется, но ровно так же, ровно ничего вообще не происходит, понял? Она как стояла, так и стоит, она никуда не едет. Ты на ручнике стоишь? Нет. Ну-ка попробуй меня потянуть. Ну что-то это слабо помогает. Ну рывок был, рывок, что самое интересное, был. Я назад не могу тронуться. Можешь опорами подняться по чуть-чуть. Слышь, давай манником вообще попробуем. Я же его поставил зачем-то. А как ты меня манипулятором поднимешь? Ну, сейчас попробуем, подожди. Сейчас по понятиям сейчас все сделаем. Ты морду приподнять хочешь мне, что ли, или что, я не ну, понял? Ну, типа того, да. Хм, каким образом, интересно. Ну, если даже ничего не получится, то все равно будет весело. Да куда уж веселее, он у меня еще глубже сел, он просто напихал перед собой. И все, и никуда не едет. Он как бы, ну, спать здесь, походу, решила машина. Да, мне тут, конечно, маник еще попробую и развернуть, блин. Тут там дерево, там дерево. Я скорее всех тут, блин, белок поотпугиваю, чем тебя буду зацеплять. Ну че, мне надо лебедку за него зацепить? А, ну, нет, попробуй. Точки лебедки нету на нем. Да? А ну, я попробую. А, реально, вот это зрада сейчас, слышишь? Реально точки зацепа нигде нет. А раньше, по-моему, на кразе она была. А на дефолтном, да, это же не дефолтное дело в том, что. Вот це зрада. Так, ладно, вернуть это дерьмо. Так, заворачиваем всю эту дичь. Ну и чё? Так. Ты все еще продолжаешь что-то делать? Попробуй меня, наверное, сейчас с этого ракурса потянуть. Здесь говна-то все-таки меньше будет. Какого? Ну так, как я сейчас стою. А, ну давай. За правый крюк. И, в принципе, можно попробовать. Вроде мне кажется, ты назад что-то отъезжаешь. Я назад отъезжаю. Мне я тебя, кажется, я может происходит. Быть тебя назад тяну. Кстати, вполне возможно даже. Вообще ни в какую, понял. Она просто на месте стоит и все. Ну чё, докатался? Да ладно, чё. О, впереди место появилось под лебедку. Ну-ка. Теперь я, слышишь, зарылся. Я сейчас еще не выйду. Да не, ну я пустой, в принципе. Но я зарылся, я тебе скажу, по бампер так хорошо. Я не знаю, тебе, наверное, не видно. Тебе камера не позволяет туда посмотреть. Но, блин, тут так прилично, конечно. Блин, он наталкивает перед собой, понял? И не может поэтому ехать. Ну-ка, если я его сейчас туда вытяну. Что-то происходит. Ну да, ты на другой стороне уже. Это я заметил. Короче, не проще тебе груз скинуть, это выехать, для слабаков. Заново загрузиться.
Это все для слабаков. Посмотрим. А, ты хочешь по траве объехать это дерьмо, да? Не знаю, что получится, как он сейчас будет совать перед собой, не будет, я же не знаю. Нет, тут земля не желтая, в принципе, я думаю, что нормально будет. А у меня, кстати, километры что-то не мотает, вернее, метры. Я стою, колеса крутятся, но ничего не мотает. Текай, текай, текай! Блин, твою ж мать! Я же сказал, я вылезу отсюда. Блин, вот это сейчас было, конечно, сильно. Так, сейчас он у меня сильно близко к дереву. Зацепим его за это. Давай, родной, пошел. Вот это, слышишь, неожиданно вообще было. Наверное, не только даже для меня. Блин, точки зацепа не вижу. О, все. Так, можно уже и телегу, я думаю, подцепить, раз там Лёша совсем справляется. Эх, нет, опять садится, зараза. Трейлер добрался до той ямы. А, и он в нее же упал, да? Да нет, он вообще сейчас на бок у меня просто завалится, по-моему. Ну, я могу сказать, что рано или поздно это должно было произойти. Понятно. Как ты меня поддерживаешь? Ну а как? Поддержка же самое главное. Так, вот сейчас по-хорошему бы ты меня подтянул. Ну, блин, попробуем по-хорошему. Так, я не знаю, имеет ли смысл мне телегу отцеплять. Тут вроде бы местность такая не сильно и запутанная. Твою ж дивизию. А, ну конечно, я опоры не повернул в исходное положение. Да, все нормально. А потом я сижу, думаю, а чё ж землю-то там так царапает, я сдвинуться не могу. Так, ну-ка, ну-ка. Да нифига себе, ты двигаешься. Офигеть. Как тебе? Нормально там? Да, потихонечку, что-то вроде бы есть, не знаю. Блин, мне заправляться уже надо, потому что я чувствую, что я сейчас, блин, с сухим баком останусь. Вроде бы едет, хер знает. Блин, что самое интересное еще это, вот пробег, что я говорил, не мотается. Топливо, блин, тоже непонятно. Так, ну все, я начинаю опять рыться. Так, и так я отсюда не вылезу, потому что это у нас там будут деревья. Так. Да. Окей, сейчас мы по-другому немножечко выпрямим его в эту сторону. Не будем торопиться. Ну, как бы здесь уже никто не торопится, мне кажется, если он включил это видео и досмотрел на, до этого момента. А ну, а я маником, интересно, смогу тебя потолкать? Сейчас-то расстояние уже сократилось. Сейчас попробуем. Да! Культяпка такая. Что-то не дотягивается. Хотя он в нижнем положении уже. Вообще толкает, что ли? А, нет, это ты дернулся. Да я опоры трейлера поднял. Давай, пошел, блядь, давай! На поднятых опорах прет вообще срать на. Так, тебе бы отсюда тикануть по-хорошему. Да я назад что-то топлю, он нифига не едет, я тебе отвечаю. Так, сейчас. Так, ну-ка, может быть, прямо у нас там что, камни, да, туда нельзя вообще, наверное, соваться. Да там ты вообще, ты там, не-не-не, лучше не надо. Не, просто что, трейлером как? Мне ну здесь... ты по краешку, а, тебе ёлка эта сраная мешает. Да я могу вот так вот заломаться, в принципе, спуститься чуть ниже. Ты уверен?
Да. А ты тронешься там сейчас? Да. Ну попробуй. Вы смотрите, это чудеса прям какие-то. Давай, а ну, блин, вот тут, мне кажется, имеет смысл сейчас тебя подтянуть. А ну. Подожди, 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 подожди. Опа. Невозможно, говорит. Давай еще раз. А, наверное, потому что я чуть-чуть отъехал. Всё, я колесо вывесил. А ну-ка, опа. Опять она погружается. Да, да, я вижу там, блин, опять раскопки, блин, древних баянистов. Так, сейчас сек. Оп. Ну чё? Так, блин, нет. Уже ж фигню осталось, блин. Давай, отцепляйся. Сейчас я немножечко по-другому сделаю. Я пока это, пока ты там по-другому делаешь, я сейчас на заправку сгоняю, потому что я уже с сухим баком, чувствую, скоро останусь. Тут, в принципе, заправка недалеко, дороги ровные, они позволяют быстро заправиться. Так что будем сейчас по-бырому лететь. А у тебя, кстати, там по соляре чё? Да нет, тут нормально, 645 литров из 850. А, ну ты там, да, ты там не бедствуешь, конечно, в этом плане. А вот он меня, конечно, как крас жрет, этот Мерседес. Ну, конечно, хороший Мерседес, блин. И обзорчик на него, кстати, не делал, но зато как раз в боевых условиях тестируем сразу, в мультиплеере, со всеми делами. Исканию тоже. Искания тут, конечно, да. Что-то она такая. Вроде бы и едет, и что-то вроде бы и ничего и не может, не знаю. Не, ну ты ж видишь, она едет по такому, по проселку. А вот уже по говнам тут уже надо Мерседес как минимум. Такой, как у меня. Mm-hmm. Но мы же решили по хардкору сегодня. Причем вообще по жесткому. А прикинь, мы взяли КамАЗ из дальнобойщиков. Да мы бы на нем вообще никуда не уехали. Ты что, смеешься, что ли? Не, ну если чисто аккуратно по проселкам, то может быть что-то с этого и вышло. Но вот как сейчас. Это да, это прикинь, да, я на КамАЗе, ты на КамАЗе, и мы пытаемся что-то друг другу помогать. Это уже деревня дураков какая-то. Так, я морду-то вывесил, в принципе, сейчас я... Не, все равно один хрен в эту яму ползет, падла. Так, как бы тебя раскачать, или... Попробовать опять рискнуть трейлерок подтянуть. Слышишь, а сколько у тебя там очков в этом в трейлере? Да я даже не знаю, если честно. Ух ты, ух ты! Ебана мать! Охереть! Вот теперь реально мост буковкой В сложился. Ну, если говорю, что он такой красивый. И у меня сейчас... Нет, я выеду. Блин, он даже, знаешь, не буквой В, он даже винтом сейчас пошел. Я тебе базарю, вот на записи у меня увидишь. Чисто. Вот я теперь, кажется, понимаю, о чем ты мне говорил. У тебя там все гораздо жестче было, чем я видел. Блин, как с какого хрена они на этой карте такие эластичные? Я понять не могу. А какой он должен быть? Не, ну блин. Как-то раньше не так было. Блин, я сейчас... Блин, этот... Блин, твою ж мать. Короче, я чуть Мерседеса не убил об ёлку. Мне, прикинь, одно очко там оставалось, и все. Хм, нормально, чё. Фу, блин. Ну, что мы делаем? Подожди, пока вроде бы... Как-то так, я не знаю...
Так, а во что я здесь уперся, я понять не могу. А, тут, блин, да-да-да-да-да, тут вот эта вот неровность. Так, ну, попытка номер 273. Блин, телега, конечно, у меня легкая. Ты ее вообще так тащишь, блин, но оно что-то никакого этого не дает. Я еще полный привод не врубил, я красавчик, я знаю. Так, пока мы не зарылись, сейчас я, наверное, опорами подкину жопу. Так, зарылись, окей. Сейчас я тогда попробую растянуться на вот это дерево. Если меня опять туда не стащит, в эту канаву сраную. Не, ну блин, почти, почти. Еще чуть-чуть, понимаешь? Так, опору надо убрать. Потяжелее бы технику какую-нибудь, и ты бы меня, в принципе, дернул, он, быть может, бы и выехал. Ну, кирован бы тот же, да? Но мы предпочли ДТ-75. Который не работает. Мы не будем. Да, который не работает, потому что мы валенки забыли СП плюс поставить. Так, ну-ка, если я сейчас его... Я пока фигнёй пострадаю, сейчас, короче, попробую одну фигню сделать. Так, стрела. Лоб. Вечно оно застреёт здесь. Так, раз. Так, оно... Раз. Сейчас, короче, попробуем чуть поизвращаться. Так, берем, потом захват. Так, 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 так. Чё ты там вылазишь? Придумаешь? Да я жопу дам крачу. Я думал, это придумаешь какие-то новые схемы. Так это и есть схема. Твою. Сейчас мы все сделаем. Не, самое главное не сцать. Так, сюда лебедка не тянет. Так, ну давай сюда попробуем подтянуть. Ух ты, ух ты! Ух ты! Блин, вот это оно сейчас закидывает. Как спиннинг, блин. Так. О, оно. Ну, блин, поднимай ты ее, она же легкая. Блин, не хочет поднимать телегу манипулятор. Ну и ладно. Ух ты, а че он так вернулся красиво? А красивей можно? Во. А еще раз. Во, отлично. Ну че там? Есть какие-то сдвижки? Так, куда бы его поддомкратить-то? Я бы уже пилораму, мне кажется, ближайшую забил бы. Так забивай что-то. Не, ну блин, я ж стою здесь, мало ли, может ты там сейчас опять сдвинешься, тебя опять тянуть надо будет. Так. Тянуть, блин, чуть-чуть не достает до вон той этой. Так, ну давай попробуем. Как ты? Да вот этого вот дерева такого... Давай, да... пошел! Ну, пробуем. Ты тянешь лебедкой своей? Сейчас, блин, букву вроде нажимаю, F. Ну хрен его, что-то я смотрю, что не помогает это. Уже, кстати, тем временем вечереет. Шли вторые сутки. Да-да-да. Блин, машина нужна тяжелее, ё-моё. Я машина слишком легкая. Телега даже скорее легкая, машина. Ух ты, блин, я в воду сейчас прямиком к Посейдону отправлюсь. Так. Ну давай, сейчас тогда я чё за это попробовать. Так, может как-нибудь... Без телеги попробовать. Как думаешь, это будет эффективно?
Да почему нет, можно попробовать. Так, ну ладно, все средства хороши, значит, парковочные опоры, отцепляем эту дичь. Сейчас я ее немного это подтяну в ту сторону. Вот так, наверное, я не знаю. Получится, что не получится. А ну пробуем. Тебе сейчас надо меня прямо тянуть, потому что у меня, видишь, куда вот этот трейлер потянется, в какую сторону. Тебе надо прямо ехать, вот как я стою, тебе в ту же сторону надо меня пробовать тянуть. Ну вот как-то так, да? Да, примерно. О, ничего себе, так сдвижки есть, ё-моё, ты вывесился, нифига себе. Ну и на этом все. А как, да вот этого вот дерева не достает, которое вот справа от меня ближайшее? Оп, аккуратно. Давай, наверное, трос подлиннее сделаем, отъедь чуть-чуть вперед. Так, что мне расцепиться? Да, чуть-чуть вперед, там, чтобы он подлиннее. Ну, я просто проехал, был. Да. Так, ща. Ну чё, блин, я не могу понять, а как ты реально до вот этого дерева, которое справа, не достаешь? Ну не достаю я там до него. Не, она просто буксует вообще и все. А ну, ща попробую, может, вот так сделать. С разгону. Оп, нет, 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 нет. Тихо, 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 да-да-да. Я сам уже понял. Давай, пошел, пошел, пошел. Дергай, 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 дергай. А ну-ну-ну, давай. Блин, ну как так, а? Еще раз дергай. Что, мне назад отъехать еще и так же дергнуть? Да, 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 да. Я буду в это время тянуть. О! Вот это вот уже сдвижечка пошла. Тяни, тяни, тяни до конца, как есть. Да я ж, блин, газ не отпускаю. Ёк-караны, бабай, мы вытащили. Спустя час она выехала. Давай, 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 тяни, там трейлер еще не выехал. Все, она вышла. Так, ну и чё? Куда дальше ехать-то нам надо? Показывай. Да сейчас, подожди, я свою телегу там найду. Да нафиг она тебе нужна, езжай. Хотя там, с другой стороны... Так, давай-ка тебе... меня отсюда еще вытяни, потому что тут брусверт, он не перелезет через него. Ща, ща, ща. В принципе, да, мне телега тут не нужна, потому что я ж, блин, и так пустой. Так. Берем, цепляем. Ну что, есть на жопе шерсть? Давай. Так, блин, я дороги не вижу, потому что я за тобой наблюдаю. Да все нормально, в принципе, можно уже. А хотя, не, висит так на ниточке, пусть она висит на всякий случай. Чтоб если шо в воду, то все вместе, да? Да, если стянет, то уже с концами. Блин, ну у тебя, конечно, кабина, я тебе говорю, так плавает, это просто нечто. Хотя нет, я думаю, лучше расцепиться, что-то тебя вообще к воде везет легкий. И быстрый. Да, тебя прям как-то тянет очень сильно туда. Так, блин, ладно, зила я толкать, конечно, буду, но не на такой большой скорости. Ну чё, и как проезжать здесь, куда? Ну вот, смотри, мост видишь? Ну, налево, направо? Ну, налево сразу, как видишь, едь. Он точно выдержит. Ну, меня выдержал. Я хочу на это посмотреть. Только старайся на скорости ехать, потому давай, что... Давай, 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 северный дальнобой, пошел! Ну и чё, я проехал в лес куда-то, и чё дальше? Ну смотри, там дальше пилорама будет, там одна дорога. А, вот эта тропинка как бы, да? Ну да, там одна дорога, там не перепутаешь. Бляха, мог камеру бы так поставить, вот, с первого лица лучше поеду. Так, сейчас мы грузовичок смерти утопим. Блин, главное себя сейчас не утопить только. Все, я зила утопил, пока ты там довозил груз. Ой-ой-ой, тут главное не свалиться, я смотрю.
А, да, кстати, там немножко чекпоинт такой. Все, ура! Вот это испытание. Прошло и 3 лет. Да, вот это испытание. Так, ну что, то давай тоже сюда подъезжай. Финалочку здесь запишем. Так, ну сейчас, да, я попробую как-то проехать. Блин, ну мосты, конечно, эластичные, я не понимаю, с какого они лешего стали. Может, спинтайрс обновилась, мы что-то не знаем, а? Да не, вряд ли бы она обновилась. Да, я согласен, бред какой-то. Так что... Или, может, мододелы уже, блин, просвещение достигли, может, уже код у кого-то есть. Так пусть они это... Что там... Реализуют какие-то фишки, там, типа, пожаров, может быть. Я предлагал реально Павлу пожары сделать. Еще хрен знает когда, еще когда, блин. Еще когда движуха была. Так. Ну чё. На этом все. Да, наконец, слушай, я даже не знаю, сколько у нас по времени-то моя серия выйдет. Но я вырезать ничего не буду, я оставлю так, как есть там. Ну, в случае чего, ребята там уж, я думаю, сами промотают, как оно есть. Оно рендерится у тебя долго будет. Ну и ладно, ничего страшного, никуда не тороплюсь, в принципе. Вот да. Ну что, надеюсь, вам понравились мои буксования в грязи. Пишите в комментариях, на чем нам покататься в следующей серии. Посмотрим, хотя идеи у нас на самом деле есть, раскрывать мы их вам, конечно же, не будем, но посмотрим, мало ли, может, кто-нибудь угадает, да? Ну да, вдруг кто-то нам что-то такое предложит, и наши мысли совпадут, может быть. Ну идеи, да, реально идеи есть, очень одна такая интересная идея, ну посмотрим, получится ее реализовать или нет. Ну что, давай, я начинал, ты заканчивай. Ну, короче, все. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, комментируйте там по всем ссылкам в описании, переходите. Там все самое интересное, короче, все самое такое топчик. Да, моды в воркшопе все есть, то есть все оттуда качаете, все найдете, там все есть, даже больше. Ну, ссылочки, короче, можно всё, в описании, ребят, оставить, я думаю. Ну, и если нам лень не будет, мы в описании еще добавим, да. Ну да. Ладно, все, всем пока-пока.